Коронавируса в мире бьет мыслимые и немыслимые антирекорды. Число заразившихся по всей планете перевалило уже за 2 миллиона человек. Это данные университета Джонса Хопкинса. Свыше 120 тысяч скончались, еще 465 тысяч выздоровели. Основным центром эпидемии остаются США, где ситуация критическая. Там количество заболевших COVID-19 более 500 000 человек. Только в Нью-Йорке жертвами пандемии стали 670 жителей. А вот общее число погибших американцев достигло 23,5 тысяч. Тем временем статистика смертей от коронавируса в Великобритании обретает угрожающие масштабы. По последней информации властей, каждая пятая смерть в Англии и Уэльсе произошла из-за вируса. В двух регионах зарегистрировано 3,5 тысячи летальных случаев. Между тем, общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло отметки 90 тысяч человек, а погибших 11 тысяч. В самой Европе обстановка складывается благоприятная. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения заболевания начали снижаться, но пик пандемии пока не пройден. Испанское министерство здравоохранения сообщает о 576 летальных исходах за последние сутки. Общее число заразившихся перевалило за 18 тысяч человек.